Здравствуйте. Боже, будь милостив к нам грешным, создавший нас, Господи, помилуй нас. Вещества мы согрешили, Господи, прости нас грешных и помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной же везде соися исполняй. Сокровища благих и жизни подателю, приеди и вселися в неочистенные от всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Иисус воскресе, смерть и смерть и смерть поправ, Иисус чем о гробе живот даровал.
сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Христос воскресе, из мертвых святых свет поправ, Иисус, чему гробе живого даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос воскресе, из мертвых святых свет поправ, Иисус, чему гробе живого даровал. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе, из мертвых святых свет поправ, Иисус, чему гробе живого даровал. От Луки, святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес! Помните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков грешников и быть распятую в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария и Анна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали всем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие. И пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. Слава тебе, Господи, слава тебе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Поучение Иоанна Златоуста о Пасхе. Слово третье. Святость Христа предуказывалась пасхальной жертвой с беспорочным агнцем. Спасение людей в страдании Христовом спасением первенцем, данным через пасхальную жертву. На освящение же указывало едение жертвы. Теперь из указанного в законе следует рассмотреть то, как должно приготовлять себя к тому, кто будет принимать освящение, как приступать к приобщению святыни, какую жизнь проводить после того, как сделаешься причастником и сообщником святого. И вот каким образом должно приготовляться тому, кто намеревается быть сообщником Христу. Законодатель образно указал нам в обрезании, говоря: «Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее». Исход 12 глава, 43-44 стих. Обрезание же тогда было только частичным, не будучи полезным само по себе, потому что нисколько не лучше казался человек от обрезания сравнительно с необрезанным. Напротив, израильтяне даже порицались по этому поводу от Бога. «Ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Пророк Иеремия, 9 глава, 26 стих. «Истинное обрезание есть обрезание всей плоти, делающее приятным и угодным Богу того, кто обрезан сердцем, у кого снято плотское покрывало, которое мы имеем по наследованию от родителей и которое должно быть снято у нас. Закон, повелевая обрезывать, наперед указал в этом символ рождения и покрова, сопровождающего нас от рождения. Итак, тот, кто не оставляет плотского образа жизни, тот не достигнет общения со Христом. Обрезание – мы, служащие Богу Духом, и не на плоть надеющиеся, Филиппийцам 3:3. Только сердце, свободное от всего плотского, истинно может служить Богу и Духом соединяться со Христом. Началом этого обрезания служит страдание за нас Господа,
пренебрегшего своею плотью и принявшего ради нас само обрезание. На нас же это таинство отпечатлевается в крещении, а исполняется в жизни сообразно Христу. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. Колоссянам 12:11. Итак, пока ты не оставил плотских привычек, ты как инородный и чужестранец, и не будешь участником и сообщником со святым, пришедшим с неба, Христом. Тот сам должен быть небесным, кто хочет подойти к небесному. Небесным же никто не может сделаться, не оставив земного. Таким образом, наперед умертвив в себе ветхого человека, благодатью крещения, через усердие в духовных делах, ты подойдешь ко Христу и приобщишься к Нему. Во-вторых, нужно видеть, каковым были по закону все участвующие в едении Пасхи, для того, чтобы узнать, какими должны быть и мы для участия со Христом. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Исход 12.11. Дорожная одежда, надетая и хорошо подпоясанная, указывает на скорую готовность идти навстречу обетованию Божию. Как и Израиль тогда, готовый в путь, отправлялся в землю обетования. Обрати же внимание на духовного путешественника, какое он имеет перед тем преимущество. Он спешит не на эту дальнюю землю обетования, не временные блага преследует, не землю меняет на землю, не Иудею вместо Египта. Но что говорит такой путешественник о своем путешествии? Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания. Филиппийцам 3.13. Вот чресла, припоясанные истинную по апостолу. Так именно ты будешь проворным в добром течении, если оставишь все теперешнее, пустое и ложное, по Давиду, Псалом 3.8.8. Станешь искать будущей истины и по ней томиться. Ноги, обутые, говорит, готовностью благовестия мира, способные для всякого доброго бега, каким упрочивается для нас мир с Богом. Как говорит апостол, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И еще с терпением, говорит, будем проходить предлежащее нам поприще. И еще бегу, чтобы получить. Посохи у них в руках. Это надежда или утверждение души в Боге, чтобы не поколебаться в скорбях, как и сказал Павел, но быть твердым. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня, Исход 12.11. Не для беспечных эта еда, не для удовольствия, не для тех, кто небрежен и склонен к бездеятельности, но для тех, кто имеет дух бодрый и напряженный. Почему она и доставляет нам минование губительного мщения, когда посылает его Господь. Поэтому говорит, это Пасха Господня, что один переводчик прямо истолковал, перехождение Господу. В-третьих, после такого принятия божественной пищи, мы посмотрим, какова должна быть и жизнь того, кто принял это святое питание. На это именно указывают опресноки и дни опресноков. Иудеи вот заботятся об опресноках и думают, что 7 опресночных дней доставляют им что-то особенное, не едят квасного хлеба и не держат его у себя, не будучи в состоянии указать, какую бы то ни было пользу от этого дела, потому что они образ выполняют, а не истину. Ты же понимай, опреснок согласно слову апостола, и как мы показали, именно чтобы душа была чиста, и не запятнана никаким злодеянием, чтобы был новый образ жизни без всяких прежних пороков. Очевидно, так нужно понимать эти слова. Даже и следа чего-нибудь подобного не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества Израилевых. Исход 12.19.
Возвращение к прежней порочности есть гибель для того, кто был переведен в новую жизнь. Если живете по плоти, сказано, то умрете. Римлянам 8:13. Какое символическое значение имеет 7 дней опресночных? 7 дней, говорит, ешьте опресноки. 7 дней, как это и есть на самом деле, обозначает все время, потому что после 7-го дня, который есть покой, начинается возвращение первого, и этот круг времени идет вперед, обращаясь через 7 дней в самого себя. Во все, конечно, время следует тебе жить в простоте и чистоте, и это поистине спасительно. Если сказано «духом умерщвляете дела плотские», то живы будете. Римлянам 8:13. Характер того, кто не ищет плотского, прост, не злобив, не лукав, чужд всего худого и ненавистного. Почему же первый день и 7-й называют святыми, говоря, и в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Исход 12:16. Потому что как первый день показывает начало, которое мы освящаемся через принятие Святаго Духа, так 7-й день обозначает конец, когда именно мы, освободившись от тела, бываем со Христом и приходить к Господу, и можем приходить к Господу, оставив странствование земное, всецело переносимся к святости. Водворяясь в теле, мы устранены от Господа. 2 Коринфянам 5:6. Закон требует, чтобы эти дни были свободны от работ. Никакой работы, говорит, не должно делать в них. Исход 12:16. Это показывает, что душа не должна уклоняться в сторону земных попечений и оставаться в рабстве, не соответствующем служению Богу. Но что только то одно с ревностью должно исполнять, только на то употреблять усилия, в чем для нее есть польза. На это же самое указывает и следующее выражение. Только что есть каждому одно то можно делать вам. Только что есть каждому одно то можно делать вам. Исход 12:16. Поэтому Господь, приводя к объяснению покоя по закону, так как покой искали в отдыхе от суетных дел, а не в том, что относится к пользе души, предложил фарисеям. Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Марка 3:4. Если правильно и сообразно Христу хочешь соблюдать субботу и праздничный покой, воздерживайся от мирских забот и занятий, а заботься о том и делай то, что относится к Богу и пользе души. И тогда будешь истинно и правильно проводить субботу и праздновать святой праздник, образ того, что у Христа, которому слава во веки веков. Аминь. 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 Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли и к небеси, Христос Бог нас приведет победною поющая, Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и узрим, не преступным светом воскресенья. Христа блистающийся, и радуйтесь, ликуща, ясно да услышим победную поющую. Христос воскресе из мертвых, небеса оба достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же невидимый, живясь и невидимый, Христос Бог оставь веселье вечное. Примите пиво, пием новое, ни от камени, ни плотно чудодеемое, но не тление источник из гроба дождивша Христа, в нем же утверждаемся, Христос воскресе из мертвых, ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя. Да празднует, думайся, Твое восстание Христово, мир же утверждается. Христос воскресе из мертвых, вчера с погребов все Тебя, Христе, за восстание воскрешу Тебя.
Распинался тебе вчера, сам я прославил, спасибо царствие твое. Говоришь, утро я же о Марии, не обречь ко мне отвалено кровь. Слышь, вот ангела во свете Христа, слышь, сущего, смерть мне, что ищет тебя, как человека. Видите гром небелены, тельцы тем мира проповедите, яко ласка Господь умертвимый снег, яко есть Бога, спасающего человечества. Христос воскресе! Воистину воскресе! На божественной страже Богу благоволивый Аввакум достанет с нами и покажет светомуса ангела ясно глаголище о дне спасения миру. Яко воскресе Христос, яко всесилен, Христос воскресе из мертвых, мужественно упокоил яко развезли гостиную утробу. Явися Христос, яко человек же, от лица речися, непорочен же, яко не вкусен скверный. Наша Пасха, и яко Бог истинен совершен речися, Христос воскресе из мертвых, яко единолетний агнец, благословенный нам ныне Христос. Волею за всех заклан быть, Пасха очистительная, и паки из гроба красное, правды нам Мессия солнце. Христос воскресе из мертвых, Бога Отец уподобит пред всяким ковчегом скакаши играя, люди же Божии святые, образом сбытия зрящие, веселиться божественнее. Яко воскресе Христос, яко всесилен. Утреннее глубоко, и блеска мира перезвенится владыце, и Христа узри, правды солнце, всем жизнь воссияющая. Христос воскресе из мертвых, безменное твое благоутробие, Адама не узами содержимые зряще, к свету идя в Христе веселыми ногами, Пасху хвалище вечную. Христос воскресе из мертвых, приступим в священность ней, исходящим Христу из гроба, яко жениху, и спразднуем его праздницы вечерями, Пасху Божию спасительную. Снишайся, преисподняя земли, и сокрушилась Иверия вечная, содержащая связанное Христе, и пред ними яко от кита иона, воскресись от гроба. Христос воскресе из мертвых, сохранится во знамение Христе, воскресись от гроба. Ключи девы невредимы рождественные, мы ответ. Куда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом. Христос воскресе из мертвых воскресе, смертью смерть поправ. Иисущим во гробе живот даровал. Церква, благословите Бога Господа от источник Израилевых. Христос воскресе из мертвых воскресе, смертью смерть поправ. Иисущим во гробе живот даровал. Предвориша утро я же умори, грешие камень на гроба, слышит вот ангела во свете Христа, слышим сущего, смерть лишь
ищите яко человека, видите кровные пелены, терцете миру проповедите, яко вас на Господь уметливый снег, яко есть Сын Бога, спасающего род человеческий. Сыну и Святому Духу имени Крестной во веки веков ами. Отче имя гроб снишел и все бессмертные, но гробу разрушил и все силу. И воскресился яко победитель Христе Божий. Жена мира носится вещавой, радуйтесь, и твоим апостолам я даруяй, отче подаяй воскресенье. Воскреси из мертвых Бога. Светися, 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 Новый Иерусалим, и слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Отче наш, ты же да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Помяни, Господи, владыку нашего, митрополита Лариона, епископа Евтихия, протерея Кима, диакона Евгения, чица Игнатия, помоги их в трудах. Помяни, Господи, всех, кто заповедал нам недостойно молиться в них по великой Твоей милости, всех болящих, путешествующих, Господи. Помяни, Господи, сродников наших по плоти и близких, неверующих, отступивших от Тебя и Тебя не ищущих. Ты сам знаешь, Господи, какими путями приведи к Твоему познанию. Тебе же подобает хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе, из мертвых смерти смерть попрал, несущего гробе живота раба. Христос воскресе, из мертвых смерти смерть попрал, несущего гробе живот даровал. Христос воскресе, из мертвых смертью смерть поправ, несущего гробе живот даровал. Праздничное богослужение кончено. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воскресе, из мертвых воскресе, смертью смерть поправ, Иисущим на гробе живот даровал. Христос воскресе, из мертвых воскресе, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе, из мертвых воскресе, Христос воскресе, воистину воскресе, Христос воскресе, воистину воскресе, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Слава Христу! У меня вирусов никаких. Так, давайте-ка нам сюда занести. Поднеси провода, вытащи, потихоньку. Ага, давайте. Занеси. Заносим. Лавка, да нет, наверное, нужна. Не надо, наверное. Вот так. Теперь так, можно туда? Маленько вот потихонечку замотать на эту. Лежите в ту сторону. Лежите, давай. Идите к жертвеннику. Что, хватит? Так, ну, хватит. Куда? Положи туда, поднись. Вот туда. Так, да? О. Хороший ракурс. Да. Во. Ну, да, это попали. Дело понятное. Давай. Сегодня у нас 1 мая. Давай, как самый вот молодой, дело. Стремительный. Пасхальная ночь. Братья рассаживаются. Володи нет, мне приходится самому сегодня все. Я думаю, еще на сколько? Вот видишь, как все. Все приготовили. И братья тут, которые здесь. А я вообще с полдевятого здесь. По 4 месяца. И еще по полчаса. Я еще несколько апостолов прочитал. Нормально. Вообще не стал уж никого беспокоить.